За 3 года в развитие здравоохранения вложено 4 миллиарда 300 миллионов рублей. В 2011 году финансирование областного бюджета всей отрасли было равно примерно этой сумме. Средства пошли на проведение капитального ремонта на 172 объектах, включая роддома, детские отделения, хирургические корпуса, поликлиники, приемные отделения и помещения под станции скорой помощи. Закуплено и введено в эксплуатацию почти 2400 единиц медицинского оборудования и медицинской техники. В медучреждение поставлено более 3500 компьютеров. Проведена комплексная информатизация. По итогам года наш регион стал одним из лидеров в Российской Федерации в создании условий, необходимых для интеграции с федеральным сервисом электронной медицинской карты. Значительный объем работ выполнен и в 2013 году. Завершился ремонт 65 лечебных учреждений в области, на 79 зданиях. Объем финансирования составил почти 300 миллионов рублей. Масштабные работы прошли в областной клинической больнице. Проведен ремонт 2 корпусов и завершено строительство 1 нового корпуса. И таким образом мы построили региональный перинатальный центр. Большие работы прошли в центре по борьбе со СПИДом, инфекционными заболеваниями, в областной клинической психиатрической больнице, противотуберкулезном диспансере. Построен новый медицинский модуль службы крови. Несмотря на завершение программы модернизации, мы продолжим развитие учреждений, которые оказывают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Строительство терапевтического и хирургического корпуса Ульяновской областной клинической больницы на 830 коек мы запланировали начать в 2016 году. Уже подготовлены медико-технические задания по строительству корпуса. Ведутся переговоры, завершаются переговоры, так будем уже откровенно говорить, с рядом партнерами. Нам осталось определиться, с кем нам удобнее будет вести дело, российскими, европейскими, для участия в проекте в рамках механизма.